Оу, Чоня, ты умеешь стильно одеваться? Эх, в этой одежде ты такая красивая. Да, Тео? Только посмотри на него, он дара речи лишился. Холодно же, на дворе зима. Джунже, Чоня даже юбки носят. Переоденься. Почему ты вчера сам мне это купил? Думаешь, я купил одежду, чтобы ты ходила в ней по улице? А разве нет? Купил, чтобы ты повесила в шкаф. В чем смысл? В том. Не вся одежда создана для того, чтобы ее носили. Есть та, которой место в шкафу. Переоденься в брюки и распусти волосы. Эй, ты чего раскомандовался? Что ей носить и как волосы заплетать? Ты ее классный руководитель. Я владелец дома. Друг, сходи-ка и ты переоденься. Ты Рудольф. Вам лучше слушать меня. Не будете? Мигом вышвырну.